свое личное, как состояние свое оцените, и тактически, с точки зрения тактики. Начну с того, что свою игру я никогда не оценивал. Для этого есть главный тренер, тренерский штаб, зрители, болельщики, которые знают, что всегда есть с чем стремиться, и можно играть все равно лучше. Даже с кем играть удачно. А то, что касается команды, у нас первая игра, у нас много новых людей, у нас новый тренер. Мы привыкаем к другу, притираемся, понимаем требования главного тренера и стараемся его идеи воплотить на поле. Я думаю, что с каждой тренировкой, с каждой контрольной игрой наше взаимопонимание будет лучше. Мы будем находить точки соприкосновения, будем улучшать нашу игру. Но для того, чтобы дочистить результаты, между собой в коллективе мы поставили высокий результат все вместе с ребятами и с этим штабом. К этой цели мы будем идти.